А Михаилович решил перенести цензуру вот именно в этом случае. При этом, если многие переводчики по-любому используют рифмонт или рифмонт в зависимости от своего вкуса, то Микушевич строго придерживается правил. Он рифмонт только тогда, когда в оригинале есть конечный рифмонт. То есть рождение кумара он переводит полностью белым стеклом. А в Гитагоринде он переводит те части, которые написаны не рифмованным стихом, не рифмованным стихом, и рифмуют то, что зарифмовано и в оригинале. Таким образом, он в своем переводе, как и Александр Яковлевич Сырин, передает особенности этого произведения. То есть, во-первых, это варьирование различных размеров стихотворения, и во-вторых, чередование нерифмованных и рифмованных частей. Однако стоит отметить в завершении, что такой способ, позволяя создавать, как показывает практика, произведения, которые являются достаточно точными, если мы рассматриваем на с точки зрения критического перевода, достаточно точными по смыслу, позволяющим передавать формальные особенности оригинала. Однако, тем не менее, все эти переводы сделаны на самом деле очень небольшой материал. То есть фрагменты рождения Кумара и Гагарина из одной санскритской, скажем, из одной из нескольких актов. Одно санскритское грамма Микушевича и стихи, оставленные стихи Спача Тантры и Гитагоринды целиком у Сырина. Можно найти подобные подходы и у других переводчиков, но тоже мало. Я могу назвать Натылу Курску, который переводил восточником Амарушаку. И тоже старался подбирать для каждого размера оригинала определенный русский размер. Тем более пока трудно говорить о том, возможно ли создание некой единой системы передачи санскритских размеров, которые будут пользоваться все переводчики, поскольку и опыт Сырина, и опыт Микушевича, практика конкретных переводчиков, которые не были никого заимствованы. Никем заимствованы. Ну, собственно, пожалуйста. Спасибо большое, Максим Борисович. Пожалуйста, вопросы для меня. Да, пожалуйста, Игорь. Спасибо большое. Спасибо большое, коллега, за ту тему, которую вы поняли, которая меня лично очень волнует, особенно это последние годы, поскольку я, в общем-то, очень много этим был, так пока на уровне накопительного всяких экспериментов занимаюсь переводами. Вот что касается Шелуки, да, может быть так, и так сказать, как мой отзыв на ваши идеи, мой фидбэк, я принципиально большой скептик при принципе возможности в переводах, написанных определенными размерами, имитировать санскритские размеры, потому что если даже где-то с помощью цезур, хотя я не очень понимаю, почему хорошо с помощью цезур имитировать санскритские размеры, неизбежно жаркую планету точность. Лично для меня, но это я вот чисто для себя решил, для меня точность является превыше всего ЮАЛИС, для экзактной ЮАЛИС. Ну, например, довольно много, я вот как раз чисто для эксперимента, поскольку мы читаем с моей последней группы уже практически 2,5 года, скоро Сумер Амбер Роман, очень медленно читаем
Ну и я перевожу как раз Александр, хочешь еще другой, я Александр перенесено. Конечно, Александр и шелк это совершенно понятно, разные размеры, но по крайней мере эпичность, некая эпичность остается. И я думаю, что неплохо получается с точки зрения, ну там, конечно, насколько я коллег слышал, точностью. Что касается, ну, конечно, очень хотелось бы попробовать переводить их электрически. Я буквально 2-3 строки до последней. Ну, это чисто по листов. Я был вообще много лет скептичен относительно возможностей электрического перевода. Но, примерно, у коллеги, я читаю, что такое какие-то выводы, как раз шаблоны перевод абсолютно электрический. Ну, рецептирую на немецком, Шаркула, если, скажем так, зная, как рецептируется Шаркула и на санскрите, можно его перевод с точностью рецептировать на немецком, потому что, ну, как Шаркула и Клинт, Альбалакова, Васильевич, Варевский, Кренейкс, Альбалакова, Мастеки, Ванчин, Вейшана, Альбалакова, Митвача, Абласима, Альбалакова, так далее. Я позволю себе, может быть, зачитать, как я это понимаю. Я почему зачитаю, потому что, может быть, вокруг я один пример зачитаю, который перевод статьи Владимира Курана, который вышел в политическую перевод почту, достаточно точно. Ей шанс, ей шапагаванда, ей татанта, царват, монаши, табадей, я видел биолитам, Я что-то видел, значит, на шаблоне видел, но у вас первое очень хорошо ложился до Владимира Васильевича.
учить, конечно, а количеству, почему мы не должны быть его инициатором? Нет, это очень интересный эксперимент, и, конечно, экзамен, я тоже пробовал, ну как переводить экзамен, не закончил, я в стиле Жуковского, да, Жуковский переводил экзамен, почему бы не там так переводить. Ну, мне хватает 69, где-то около 70, сколько это очень хорошо, экзамен, и главное, самое главное, точно, и экзамен, практически вот ничего, никаких фантазий таких не может быть. Да, практически достаточно точно. Но это, конечно, если бы сюда после перевести хотел бы какую-то книгу из этого. Но это я очень медленно, в этом смысле, работаю переводом без такого. Ну, если с подстрочником, или как я называю, дословно вспомогательный перевод, который я очень советую также для одного, он, конечно, имеет прежде всего педагогическое значение, я, можно сказать, большим удовольствием преподаю. Ну, вот мне кажется, подстрочники, я называю его вспомогательным дословным переводом, он, так сказать, не оставляет автору возможности скрыть свое внимание каких-то отдельных словоформ или выражений, так сказать, вот играть с открытыми картами. И потом я даю обычно никак не знаю, художественный, литературный, подстрочник тоже литературным языком, хоть и обычно тяжелается. И дальше экзамен. Ну, не знаю, как можно будет хотя бы реабилитовать это направление, на академию выпустить. Люди читают, рассказывают свое суждение, но в практике в группе коллеги Гасмуса раз в неделю я выпускаю как раз высказываюсь, и выкладываю, у меня перевод с практикой как минимум где-то 45 минут, полтора часа где-то вот, до двух часов заниматься, представить себе какие-то там многие сотни тысяч часов, это жизненно, наверное, не хватит. Да. Спасибо большое, спасибо за интересное ощущение. Простите, а я еще хотела бы добавить, если это возможно? Да, у нас есть еще 4 минуты. Да, ну, если я бы две изменила. Я хотела бы упомянуть перевод романа Басанча Гринцера. Эпическая штука. Я знаю, что он очень много работал над своим переводом. Сочетание этих базовых принципов, да, с одной стороны точности, и он это сделал в достаточно классно. Это же не там есть ошибки? Ну, ошибки это как бы, так сказать, неизбежно в нашей сфере, я не знаю, кто. Очень принципно. Потому что на самом деле эти сложные двойные переводы
с, как бы, я имею в виду переводы содержательного, да, то есть нужно реально передать и выразить достаточно адекватно, но с другой стороны сохранить какую-то ритмику стиха, сделать это как бы с необходимой степенью отстраненности и увлеченности, это чрезвычайно сложно. И вот то, что сделал Полсан Штрицер, на мой взгляд, блестательно. А насчет ошибок, вы знаете, мы не будем, да, Гиппократ, это то, что, да. Да.